Сегодня второй день в Гонконге, и мы идем с Пашей и с девчонками на какую-то лодку, чтобы поехать на какой-то остров. Мы сейчас пытаемся понять, куда нам делать. Вон Пашка. Девчонки. Мы пытаемся понять, куда поехать сейчас. Очень сложно здесь разобраться, но очень сегодня холодно. 40 или 50 Фаренгайта, так что морозилка. За Пашкой. Чуть не оставили здесь. Oh, I didn't even write them. You stopped right in front of. Сейчас идем на лодочку. Это праздник. No, we're not tourists. Интересно. Идем вот. Лодка нас практически там 3 секунды, если ты едешь на лодке, но все равно интересно. Такая более модернизированная. I'm vlogging. And I swear a lot. I'm gonna tell you that's what I you're talking about your dog on. Yeah, yes. My scarf reminds me of my Doberman because she likes to nestle it because it smells like me. Вот на такой лодочке мы сейчас поедем. Калмы. В магазине, где все вообще обалдеют. Такие здесь. Мне все нравится здесь. Обалденный. Да.
sorry, Thousand. You're going there? Okay, I'm going up. Втором этаже вот такие вот бульдоги. Очень красивые. DHL, really? What, baby? Knock myself out. Just there. Yeah, I know, I saw that. Не могли она странная, конечно. Такие одежды. Вот что модно в Гонконге в этом сезоне. Понятно? Смотреть, конечно. Это вы представляете, сколько это стоит. Но все равно интересно. How much? Это ужасно. To be cosmetics on the second floor. Oh, up there, I bet you. Интимные вещи. Здорово. Мне очень нравятся эти леопарды. I love the print of the leopards on it. Eileen, how cute is that print? I'm in love with you. Мы в Великане. Здесь такие красивые цветы сделаны вообще. Очень красиво. Очень красиво. Сейчас пойдем увидим, что там в этом сезоне продается. Alright, we can skip it. No? We can skip it, yeah. No, no, it's all bags and shit. I thought there'd be more clothes. Well, I'm sure there are because there's clothes in there. Fine. Apogee! That's beautiful. Gorgeous, green eyes. Мы дошли до Rolex'а, и здесь наша тема. Как знали, как знали. Это очень красиво. Some ginseng would be good for me.
Maybe it's something to help your stomach. You want to go check for some ginseng? Well, that's well, that is ginseng. You're just taking a little capsule. You can also take pearls. That's really good for your face. It's more than sexy. Ремеди от всяких болезней. Sharks. No, there's no ocean or sharks. Yeah. Nothing to do with ocean sharks. What a letdown. Yeah, that surprised me as well. I love the luxurious lustre, whatever it's called. Chandelier. Wow, I'm losing my English. Засушенная живность вся, бедная. Вот любимый корень, джинсэнь. As expensive here as they are in the US, I think. 400? 40. Beautiful. And the dress underneath it, if you notice. Странные такие манекены. Очень странные. Мы продолжаем свой шопинг. Я вообще никогда не слышала дизайнера.
мышки. Мышки. That's a nice symbol. Isn't that like a hound? Yes. Борзая такая. Борзая. And that looks like борзая too. Oh, you're right, yeah. Прямо как волшебник изумрудного города. Очень красивый. Здесь много всего. Здесь весь магазин посвящен тому, что можно на волосы себе обручи, разнообразные бантики, прелесть такая пушистая. Надо себе на ушки купить, да? Вау. Здесь магазин просто обручом посвящен. Какие красивые штучки. Лука. Шоколадные. Кури здесь. Вот это так. Штучек в раздевалке. Yes. They have my favorite. Это мой любимый товарищ, который присасывается к аквариуму и поджится. Я в сказке. Не шоколад, ну я, конечно, не в шоколаде, но я в сказке. Вот таких вот огромный такой дворец. Как же называется? Конфеток. Конфетный дворец. Вот. If you're gonna take a selfie, make it rock. Мы обратно в порту. Зашмопались. Сейчас поедем обратно в Канкун. Ваша Айлин, вторая Катя, мы пошли, потопали. Candy Land, Candy Crush. Get a huge freaking hammer. They have a problem. You know what makes me sad is I got rid of all my flare pants. Why, because you're back in town?
You got what? I got rid of all my stereotypes. Like in the 80s, everything was fine. That's right. And it looked pretty. I had like Oprah-colored ones. Oh, yes. It's a now. Charlize Theron always wears those. Charlize Theron. I really like that. That way. Oh, okay. I'm like, don't take off, Paul. She's like freaking running away. Shit, yeah. Maroon, it's a good pizza. Я вот буду делать это губы, я вообще не знаю, что это такое. И манго, я два возьму. Попробовать. Таких стаканчиков. Очень вкусно, все выглядит натурально. Я очень люблю мороженое. Сейчас будем кушкушкать. Rocky Road. Right there. Go ahead. You know it's a four. Они один с фундуком, а другой шоколадный. У Паши достался. У меня будет вот этот вот, который называется Ubi. Я даже вообще не знаю, что это такое. Конечно же, мой манго любимый. Was it as purple? Ube? I don't even see it. I know. Oh, it's underneath. It's hidden. Oh, yeah. They have yuzu. I bet you that would have been good. Never heard of it. They use it for sauces. It's like lemon. Оказалось, что Ubi – это редиска. Самая настоящая редиска. Но мороженое очень вкусное. Манго тоже, как вы видите, мне понравилось. Теперь обратно. Гонконг на нашем маленьком кораблике. И потом ребята хотят сделать едовую прогулку. Тур по еде. Это наша первая остановка. Мы идем с гидом. Да, это наша первая остановка здесь. Ага. Здесь нас будут кормить супом с макаронами. То, что я очень люблю. Дали водички. Спасибо, да. Здорово. Вот что мы делаем. Restaurants and the dishes that we have already tried, and on the other page, close on the what kind of stations near these flavors. If you still have time in the West or stay in Hong Kong, welcome to visit all the restaurants on this page. Okay? And on the Google store, usually at 9:00.
when you get a bowl of noodles, the first thing you do is to get a spoon on the table and try the broth. Try the broth. They cook their broth with fish, shrimp, and pork. Very beautiful, with no MSG or preservative. One of my best friends was Japanese growing up. She always had a great little vegetable. You want to move here? Потрясающий, я, this is amazing. Потрясающий суп. В него уксус немного добавили. Там и креветки, и говядина, и курица есть, так что все. Такой вообще он обалденный. Нам разрешили заснять то, где они готовят этот великолепный суп. Okay guys, those are the egg noodles you had in your tasting. Next time you can try rice feta chili or rice flat noodles. Here they sell around 700 bowls of wonton noodles every day with thousands of wonton. Yeah. Next time. Иногда тысячу. Мой живот не выдержал фудтура. Я съела свой первый суп, который я вам показала, и потом решила отключиться от группы, потому что тур еще там включал 5 или 6 ресторанов, и это в 6 часов мы бы вернулись, а сейчас только 2:30. Для меня это уж слишком много. И поэтому я оставила Пола, Пашу, девчонок и так далее. И я обратно в нашем отеле в Гонконге. Вот сейчас покажу, что из нашего окна видно. Такое все туманное, индустриальное. Высоко-высоко. На 23-м этаже, по-моему, да. Вот, то здесь прикольно. Такой вот, такая кроватка. Здесь ванная такая с раковиной. Прикольная. А, не знаю, как там включить? А, во. Душ. Вот с такой огромной махиной и, конечно же, с маленьким ручником, но очень приятно сделал. Все очень со вкусом сделано. Минималист, конечно, но есть даже увеличительное зеркало. Прекрасный душ, так что жаловаться нечего. Есть мини-бар, все включено, там пиво, вода, сок. Что угодно. Девчонки Айлин и Кэт с нами, которые они в смежной комнате, то есть мы можем здесь открывать, говорить с друг другом. С 5 до 7 у них там счастливый час называется, happy hour, можно пойти в лобби и там вино, что там угодно, вискаря, водки, там где можешь напиваться. 2 часа, и они очень вкусно там сыр выкладывают, фрукты какие-то, там печеньки и так далее.
Так что здесь не заголодаешься. Есть небольшая станция такая, чтобы сделать свою работу, там подключаться. Вот. Непосредственно мини-бар и так далее. Кофе можно себе сделать, все что угодно. Мое самое великое событие здесь, что я могла купить свежий... черешню свежую. Это для меня вообще... Черешня в январе — это вообще, да? То есть я настолько счастлива, для меня уже это все решило в этом трипе. Ну вот, я буду сейчас смотреть Телебатер, делать свои вышивания и ждать, пока ребята придут обратно со всего тура. Всем пока!